Сегодня очень важное сообщение для всех огородников и дачников, садоводов, потому что идут июньские грозы, заход циклонов холодных с градом, с дождем. После наших очень жарких дневных температур 32-33 бывает на открытой почве и даже больше 40 градусов. И вот эти резкие перепады, вот ночью у нас сегодня было 15 градусов всего-навсего для юга, и растения, естественно, страдают от этого. И если бы прошел дождь, то, конечно, нужно было бы срочно реагировать нам, обязательно что-то сделать для того, чтобы спасти растения. Именно после таких перепадов, днем снова жара будет, нужно обязательно оказывать помощь растениям. Я вам предлагаю то, что испытано, и то, что у меня получается. Я сейчас стою возле бочки с томатами. Томаты называются «Балконное чудо». Я их специально высадила, чтобы видеть, как воздействует погода на растения и результаты обработок тех, которые я провожу в теплице. Вот в данном случае, смотрите, это был результат холодного воздуха, плюс 8, когда я после высадки было рассады, где-то дней 10 прошло, и вот как отреагировало растение. Но я обработала сразу же, когда ночью увидела, что ночью плюс 8, утром прошлась содовым раствором. Поэтому самая первая помощь, не дожидаясь, вот сода пищевая, этот препарат, так называемый, скорой помощи, есть у каждого на кухне. Вот эту соду пищевую сразу же можно использовать даже ранним утром, только не днем, не на солнце. И если есть тучи, то можно использовать спокойно. Готовим раствор 3 столовые ложки на 10 литров воды, температуры воздуха. Вода должна быть отстоянная. И обрабатываем полностью растение и то, что находится под растениями, то есть почву. Это скорая помощь номер один. Далее, чтобы растения все-таки хорошо себя чувствовали и были подготовлены, если вы видите, что идет циклон, то можно вечером заранее, за день, за два, вот провести уже вот такую обработку. Я вам рассказывала об обработке недавно высаженных растений, которым 10-15 дней. А вот сейчас для взрослых растений обязательно запишите себе и обязательно используйте этот раствор, чудо-раствор. Называю, у нас дома его называют молочный коктейль. Вот. Значит, что нужно для 10 литра воды? Пол-литровая баночка. Вот я думаю, вы уже записали себе. Сделайте остановку кадра, и вы все это запишите. А я сейчас хочу вам показать и рассказать. Для этого раствора я беру, для приготовления раствора, пол-литровую баночку. Вниз доливаю горячей воды, буквально 50-70 миллилитров, и туда засыпаю кофейную ложечку борной кислоты. Сейчас я не буду тратить время на это. Хочу очень быстро вам эту помощь рассказать и объяснить, для чего и как делается. Затем на край столовой ложки набираю марганцовки и сюда же добавляю. Перемешиваю и добавляю молоко. Любое молоко. Абсолютно любое молоко, какое у вас есть. Тут нет времени искать, бегать то ли в магазины, то ли домашние покупать. Затем, размешав это все, цвет молока такой вот, кофе с молоком получается. Добавляем сюда 60 капель йода. 60 капель йода для взрослых растений. Перемешиваем. И сюда же добавляем столовую ложку. Вот сколько возьмете, с маленьким вершком мочевины. Перемешали. И я добавляю, так как сейчас у меня уже плоды, я добавляю сразу же сюда под кормочку органическое удобрение жидкое, фосфор и калий. Но строго по инструкции, ни в коем случае не больше. Этого здесь у нас есть и азот, и фосфор, калий, марганец. Все-все-все составляющие, которые будут необходимы сейчас растению. Мы защищаем его, и в то же время продолжается вегетация, продолжается рост растения. Вот балконное чудо, оно прекрасно себя чувствует. Хотя я вот листья оставила специально, вот эти листики, которые получили удар от природы. Но после вот молочного коктейля, вот как они отреагировали, здесь был источник заболевания. И вот оно спокойненько все купировалось,
и даже листики есть, на которых половинка только вот пострадала. Вторая половина продолжает работать, она живая, здоровая. Ну, как сказать, она все равно дает силы и энергии растению. Фотосинтез хоть чуть-чуть, но продолжается. Итак, я вам рассказала о скорой помощи, о приготовлении собственных фунгицидов. Содовый раствор – это фунгицид своеобразный, домашний, из хозяйственного столика или с шкафчика. И фунгицид, который называется молочный коктейль. Используйте их и спасайте свои растения, чтобы они вас радовали плодами и здоровым видом. С вами была Раиса Горяченко. До новых встреч в новых видео. Всего доброго. Не забывайте лайкать, не забывайте писать свои комментарии и делиться своим опытом.